Российский футбольный союз и «Газпромбанк» акционерное общество представляют программу «Мама знает все» на Авторадио. Добрый день, дорогие друзья! Приветствуем всех! Это программа «Мама знает все», проект Российского футбольного союза при поддержке «Газпромбанка». На Авторадио мы встречаемся с мамами ведущих игроков сборной страны. Сборной страны по футболу разных лет, и они нам рассказывают очень откровенно и трогательно, как их сыновья впервые вышли на поле, как учились, как влюблялись, как тратили первые гонорары, как привозили дефицитные вещи из-за рубежа. Но самое главное, мы узнаем, что переживала мама игрока на разных этапах его становления. Сдавая за него экзамены, собирая его в футбольный интернат, зажмуриваясь у телевизора, когда на поле играет самый родной сын. У микрофона Татьяна Гордеева и Катрина Гайсина. Сегодня в нашей студии мама знаменитого футболиста, шестикратного чемпиона России, лучшего футболиста страны по итогам 98-го и 2000-х годов, игрока сборной России, выходившего на поле с капитанской повязкой, мама Егора Титова, Людмила Николаевна Титова. Здравствуйте! Добрый день. Здравствуйте. Давайте пойдем с самого начала. Как в семье мастера спорта по конькам, я про папу Илью Владимировича, появился футболист? Не, ну папа-то собирался его все время. На «Динамо» был стадион юных пионеров, и он его пытался организовать, коньками заниматься. Но все дело в том, что там принимали деток с 9 лет, а Егору было на тот момент 7. Поэтому ему не удалось это сделать. До 9 надо было ждать еще. Угу. 2 года. А энергию ребенку уже нужно было куда-то направлять? Ну, конечно, конечно. Хотя он, в принципе, самозанятый всегда был. Проблем не было там, чем заниматься на улице. И так, получается, где-то в 7 лет Егор попадает в футбол. Да. Вы же отдавали его в московскую спартаковскую школу не с какими-то далеко идущими планами. Расчета же никакого не было? Нет, конечно. Нет, ну, ему вообще нравился футбол, играть в футбол. Но в спартаковскую-то ближняя была ЦСКА школа. В «Спартаке» на тот момент двоюродный брат Егора играл. И мы туда иногда ездили, смотрели. Именно эти с «Дюшор», вот когда играет, зимние чемпионаты Москвы были. Ну и ради интереса, вот, соответственно, папа его отвозил, когда и я там. Ну, в большей степени они вдвоем туда ездили. Смотрели, ему понравилось, и хочу именно там. А вы его сопровождали на тренировке? Ну да, поначалу да. А потом он уже сам, с какого возраста сам стал ездить? 7,5 лет я за ним подглядывала, смотрела, следила в метро до пересадки, ну, до Сокольников. Там ни разу не были замечены? Но это было недолго. Смотрел, он еще книжку читает, сидит, там как бы гаджетов на тот момент не было, только лишь если игра, ну, погоди. Смотрю, хорошо, все нормально. Переживания были, когда он из метро выходил, и надо было пересесть на трамвай. Ну, короче, Шерлок Холмс. Как скоро после того, как он начал заниматься, вы поняли или вам объяснили, что есть перспективы? Ну, сначала набор идет, набиралось мальчишек 50 где-то. И потом потихоньку шел отсев. Они тренировались, и, соответственно, уже тренеры смотрели, кого оставлять в «Дюшоре». Раньше был еще клуб «Спартака». Детишек, которые немножко послабее, их не выгоняли, как вот, скажем так, ты не готов и... Свободен. Да, свободен. А их отдавали в клуб. Вот, то есть, такая градация была. Соответственно, Егора оставили в «Дюшоре». Королев там к нему очень жестко, ну, очень так, всегда ругал его. Ну, видимо, на пользу пошло. Слушайте, а когда вот это было, что патриарх «Спартака» Николай Петрович Старостин, побывав на матчах школы, заметив Егора, отметил, мол, хорош, конечно, Титов, но худоват парень. Да. Ну, из-за своей худобы он так-то очень высокого роста. Рост он очень быстро в сравнении со сверстниками. Вот. Но худой был. Хотя, в принципе... Ну, вы после этого, нормальное. Вы после этого не стали его откармливать пельменями своими? Не-не-не-не-не. Анатолий Федосеевич, он его не ставил в нападение, он его ставил в защиту, в полузащиту, из-за того, что вот такой худенький, как бы, и думал, что вот парень не справится, не хватит сил там и все прочее. А оказывается, он его не ставил на другую позицию, только из-за того, что он худой. Рассказать как раз о том, как прибавлял в весе и росте Егор Титов, нам может первый тренер, заслуженный тренер России Анатолий Королев. Он у нас на связи. Анатолий Федосеевич, здравствуйте. Здравствуйте, Людмила Николаевна. Как дела? Все отлично. Приятно слышать. Сейчас редко такое услышишь. Анатолий Федосеевич, вот скажите, отец Егора Титова – мастер спорта по конькам. Он мечтал, чтобы сын стал конькобежцем. Как думаете, если бы не футбол, узнали бы мы чемпиона Титова в зимнем виде спорта?
Вы понимаете, что такое Егор? Егор одаренный от природы спортсмен. Мне кажется, что куда бы он ни пошел, он везде достиг бы успеха. Но, может быть, не таких, как в футболе, но, во всяком случае, был бы успешным. Хорошо, давайте тогда попробуем все-таки с другой стороны на Егора посмотреть. Он как-то вспоминал, что в детстве, ну, все-таки баловался сигаретами, пошло это со двора. И вот якобы однажды по пути в манеж он шел с сигаретой и не заметил вас. А вы-то все заметили. И что вы тогда ему сказали, с учетом того, что проблема курения отпала навсегда? Ну, я с ним поговорил просто, привел несколько примеров. Он парень умный. И больше к этому делу не прикасался. Никогда он в то время, когда он действующим спортсменом был, футболистом, он не курил. Не действующим он тоже не курит. Так что контроль со всех сторон. Да. А вот, Егор, когда он, по вашему мнению, проявил свои, ну, лидерские качества? В нем проявлялось постепенно. Хотя он таким мягким-то и не был, но он был воспитанным, честным, хорошим парнем. Вы могли бы назвать его, ну, самым талантливым из своих воспитанников? Он один из талантливых в школе. Просто он, можно сказать, родился в то время, когда трудно было уехать куда-то, в Европу играть. Все это могло закончиться негативными вещами. Но зато он составил славу Спартаку. Да, он один из немногих, кто все выдержал, вытерпел, остался патриотом. Он самый настоящий патриот. Людмила Николаевна, а вы когда-нибудь дома Егору говорили: так, с тренером веди себя вот так и вот так. Этого у него не спрашивай, этого ему не говори. То есть какая-то инструкция по взаимоотношениям с тренером дома была? Да нет, конечно. Тренер второй папа. Анатолий Федосеевич, вы же практически целый день с ними. Да, утренняя тренировка, школа, да, и вечерняя. Вот. Да, и в школе не расставались. Да. Почти все время ходил, там их провожал. Потому что пацаны есть пацаны, там могут и свернуть куда-нибудь по дороге в школу. Разные. Все-таки команда – это не один Егор. Там много было талантливых ребят. И они все жили дружно. Молодцы. Приятно вспомнить. Да здорово, когда приятные воспоминания. Скажите, пожалуйста, Анатолий Федосеевич, а вот, например, если брать нынешнюю же, да, современность, ну, там, север Москвы, Ховрино, Бескутниково, Войковское, родные места для вас и для многих футболистов, а вот сейчас в основном игроки клубов премьер-лиги – это сплошь приезжие ребята. Здесь как вы можете это как-то объяснить? Ну, я не знаю. Я-то в основном рылся в Москве. Егор вон где. На Войковской, из Домодедово, из Щелково приезжали тренироваться ребята. В электричке только спали. Такой футболист, тоже чемпион России был в составе «Спартака», Володя Джубанов. Так он из Домодедово ехал, он только в электричке спал. А если, опять-таки, про Егора, про его качество? Вот мы тут уже поговорили немножко с Людмилой Николаевной по поводу того, что худенький был там, да? Как-то этому помешало? Вы давали ему рекомендации по этому поводу, там, чтобы поел побольше, может быть, там, весу бы поднабрал? Ну, рекомендации, конечно, давали. Там, зарядку делать, дома заниматься всем. Вот. Но в основном все, что он приобретал, это было все на тренировке в стенах «Спартака». Спасибо, Анатолий Федосеевич, что вышли к нам на связь. Анатолий Федосеевич, я рада не слышать. Всего доброго. До свидания. Мама знает все. Смотрите, уникальный, конечно, тренер, да? Ой, с вообще ребятами работал, в школу ходил, с учителями, получается, тоже общался, с вами постоянно на связи, да, беседы, разговоры. Вот, мне кажется, действительно, это такой прям вот реальный путь, когда можно из мальчишки, со всех сторон ему помогая, сформировать вот то, что в итоге получилось из Поэтому Егора. Я и говорю, второй папа на самом деле, потому что целый день ребенок находился в «Спартаке», в школе, и в спортивной, mm-hmm, и в обычной школе. И Анатолий Федосеевич контролировал это очень. Ребятам доставалось очень серьезно, у кого там двойки были. То есть там такое... То есть, давайте еще раз. Егор в обычной общеобразовательной школе проучился совсем сколько? Там два шли класса или сколько? Или три? В обычной образовательной, да, три. А первый, потом второй, уже, третий. Уже ушел... И потом, да, уже... Школа, она находилась рядом с манежем. И там учились... Ну, это шаговая, скажем, mm-hmm, доступность. Там 5 минут от манежа. И какой график у него был? 8:15 первая тренировка, соответственно, потом учеба. До обеда они там, ну, смотря mm-hmm, сколько уроков, там, я не знаю, 5, там, когда уже mm-hmm, взрослые, ну, сами постарше mm-hmm, стали. Потом вторая тренировка, после этого он ехал домой. И во сколько приезжал? К 8. Ну, а еще же надо уроки сделать. Ага. Заставляли Садился его? За уроки, ругала иногда. То есть Потому ним... что уже сил-то, я понимала, что сил нет, хочется отдохнуть. Ну, бывало такое, заходишь к нему в комнату, а он спит на столе. За уроками. Да, да, да.
Слушайте, но тем не менее получается, что и этот период разделен на две части. Когда, вот пусть изнемогая, засыпая за столом, но Егор учился сам. И второй период – это когда за Егора все-таки стала учиться Людмила Николаевна Титова. Ой, это был выпускной класс. Это необходимость была помочь ребенку. Помогали надо в какой форме? Рефераты. Вам для того, чтобы эти рефераты написать, тоже же нужно было перешерстить там, да, учебники? А как же, в библиотеку пошла, набрала кучу книг, села, написала. Потом Егор переписывал. И параллельно вы еще работали, да? Конечно. А вот чем вы занимались, где работали тогда? Я работала... На тот момент я работала в Главное управление капитального строительства. Старшим инженером работала. Комплектовала все новостройки нашей Москвы большой, кроме жилых. А имеется в виду кинотеатры, театры. Все по плану было раньше. Плановая экономика. Да, конечно. Здорово было. А еще у вас по плану было, да, помочь сыну, проконтролируя все с футболом. В общем, было достаточно дел у мамы. Да, там уже и дочка была младшая. Но об этом у них разница-то 8,5 лет, поэтому там, соответственно, и Ксюха уже подтянулась. Как воспитать чемпиона? Мама знает все и расскажет на Авторадио. Интеллигентный, умный, талантливый. Так позиционируют Егора Титова в масс-медиа. Целеустремленный, порядочный, добрый. Так говорит про сына мама. И мы верим ей, потому что мама знает все. Мы продолжаем. Программа создана по инициативе Российского футбольного союза и при поддержке «Газпромбанка». Студия «Авторадио» – мама знаменитого российского футболиста Егора Титова, Людмила Николаевна Титова. Людмила Николаевна, если верить определенным источникам, в вашей семье была прекрасная традиция. Вы любили там чуть ли не каждые выходные всем составом, всей семьей ходить по театрам, по музеям. Ну, по крайней мере, когда была возможность, там ни соревнования, ни турниры, так сказать, обеспечивали культурный досуг. Правда? Это как раз получалось в большей степени, когда дочь у меня подросла до школьного возраста. Егор уже подрос, ну, таким уже... стал взрослым. И да, мы с Ксюшей в большей степени. Я ее по всем театрам, по всем детским спектаклям. Так было. Егору не случилось так, да, быть, потому нет, что... Нет, он совсем, у него другой график был. Ну, а в плане музыки у вас расходились предпочтения или любили одну и ту же музыку? Он слушает ту музыку, которую я слушала, когда была молодой. Вот в данный момент. А тогда, ну, очень много же групп было разных. А когда среди его любимых исполнителей появился Николай Трубач? Честно сказать, я не помню год какой, но это очень давно было. С Колей он меня познакомил воочию, а не по песням. О том, как один из любимых артистов стал другом, мы узнаем у самого Николая Трубача. О. Он у нас на связи. Вот так. Здравствуй, Колечка, рада тебя слышать. Здравствуйте, мамочка. Николай, а с какого момента вы стали Людмилу Николаевну называть мамочкой? И вот эта нежность и эта трогательность? Ну, с тех пор, как потерял свою... Мама Люда позвонила мне, принесла соболезнования, и я с того момента начал называть ее маму. А она мне сама сказала, можешь теперь меня называть мамой. Николай, давайте вернемся к Егору. Вот о вашей дружбе с ним известно всем. А вот как вы познакомились? Что это за история такая? Расскажите нам. Познакомились мы, ну, конечно, это больше 20 лет назад, наверное. Дружить мы начали то в 98-м году, а познакомились, наверное, еще раньше. Наверное, это было какое-то мое выступление в каком-то из тогдамодных клубов. Пришли еще совсем-совсем молодые, по-моему, только после свадьбы Егор с Вероникой и в сопровождении мамочки под охраной. Под охраной, ну, конечно. Да, и там я что-то спел, мы потом как-то так скучковались, и с тех пор не расстаемся. Откуда у вас пошла такая любовь к футболу? Ну, как у всех мальчишек с детства. Футбол – это самое простое и самое желаемое, чем дети хотят заниматься, мальчики в детстве, в отличие от музыки. Вот поэтому, конечно же, футбол, все мечтали стать футболистами. Не всем дано стать такими, тем более великими. Но, тем не менее, любовь эта сохранилась, любовь к футболу, дилетантская тяга к знанию во всем, разбираться во всем. Мы же главные специалисты диванные. Это безусловно. Мы всегда можем порекомендовать, кому как нужно забить, как обвести соперника. Абсолютно. И мы когда, кстати, с мамой частенько, когда сиживали, ходили на игры, сиживали на трибунах, мы там много советов давали, не всегда в цензурной форме футболистам, как нужно играть. Николай, понятно, что в свое время этот факт достаточно широко афишировался, то, что вы с Егором в какой-то момент дружили-дружили, потом решили, что вам еще нужно посотрудничать в творческом плане. Как вы записали совместную песню, и как вы сняли клип. У меня есть ощущение, что это какая-то такая очень крутая история и веселая по содержанию, по своему внутри. Ну, эта история
По своему содержанию внутри она, безусловно, веселая всегда была, потому что Егор всегда был на нашей поляне, на артистической. Вообще вся семья Титовых. Они любители такие попеть, на концерты ходят, в театры ходят. Да? То есть семья искусства в том числе. Никаких сомнений в том, что у Егора Ильича присутствуют какие-то голосовые задатки, у меня не было, потому что я неоднократно слышал тысячи раз, как он замечательно поет в караоке. Вместе с Вероникой, вместе с мамой, вместе с друзьями. И, есть такое. Я могу сказать, что они даже меня перепевали в караоке, потому что я никогда даже собственной песни никогда ни разу не спел на 100 баллов. Ну, надо было как-то, да, подучиться немножко песням трубача. Да, по сравнению. Вот, а они умели. И не только в караоке, а на наших семейных праздниках, на свадьбах, своих друзей. Мы столько пережили уже в нашей жизни, что... Новый год, Коля. Целые альбомы записывали. Вот. А что касается этой песни конкретной, она была записана мною специально для Егора Ильича, чтобы его поддержать. В известный период, когда он по некоторым причинам не играл в футбол целый год, мы как-то так не давали друг другу закиснуть. И при поддержке всех там, семьи, друзей, там клипы снимаются и друзья наши, и болельщики спартаковские. Ну, в общем, была придумана такая песня, и мы с Егорушкой спели ее, сняли клип. И на «Локомотиве», на стадионе на целом. Ну, то есть мы были молодые, наглые в чем-то, целеустремленные. Поэтому то есть, мы показываем, что мы нас не задушишь, не убьешь, как поется в известной революционной песне. Кстати говоря, у нас это не единственная песня. У нас есть еще одна песня, дуэтная, которую мы записали на юбилей Веронички нашей, вот, любимой невестки мамы Люды. Так, Николай, а вот у меня сейчас, может, провокационный вопрос в присутствии Людмилы Николаевны. А вы про нее никогда песню не писали? Для нее? Про маму? Да. У меня все песни, которые посвящаются нашему старшему поколению, мамам, родителям, моим собственно родителям, они в том числе посвящаются и маме Люде. Потому что это настолько прекрасный и чист душой и сердцем человек, что по-другому просто не может быть. Очень приятное общение, спасибо огромное. Хотелось бы еще продолжать, но у нас есть еще и другие участники нашей программы. Николай, от всей души прямо, да, за участие, спасибо. За теплые слова. Мамочки, да, наше спасибо вам, целую и обнимаю. До свидания. Мама знает все. Людмила Николаевна, как вы вообще ко всему этому относились? Как воспринимали его желание вот в творчество еще помимо спорта уйти? Положительно, но как можно к этому относиться? Конечно, положительно. А тем более, вот я говорю, с Колей этот клип, там, в каких-то участиях телевизионных передачах, там, это было как раз связано с тем, что он был отлучен от футбола. И это компенсировало, собственно говоря. Он был вовлечен, и для душевного равновесия это, конечно, было очень... Да, потому что ему очень тяжело было. Это настолько неожиданно это все произошло. Ну, мы об этом еще поговорим. Вы знаете, во-первых, мы пожелаем где-то так, что новых дуэтов Егору Титову только уже в более благополучном, скажем так, душевном состоянии, да, в расслабленном. А еще про один дуэт длиною в жизнь поговорим прямо сейчас. Я про родную сестру. Мы уже, конечно же, вы как мама уже неоднократно про нее упоминали, потому что невозможно, да, когда два ребенка говорить только об одном, так или иначе. Ксения уже как бы заочно присутствует в нашей программе. И так у них разница в возрасте 8,5 лет. Да. То есть первые шаги Егора в футболе, они совпали, в принципе, с первыми шагами Ксюши, в принципе, в общем, в жизни, да, по жизни. Да, она тоже всегда присутствовала. Мы ездили каждый выходной. Безусловно, она была все время с нами. И с коляской? На руках. Угу, понятно. Но помогать вам старший сын тогда не мог с ней? Никогда Егору не приходилось нянчиться? Нет, конечно, нет. Не получалось. Нет. А как складывались их отношения, когда они уже чуть-чуть повзрослели? Ну, в принципе, Ксюха провокаторша была, конечно. Она провоцировала его на какие-то... Она у него... Егор выезжал вот и за границу. Даже вот Анна Федосеевич сказала о том, что в Таиланд они ездили. Конечно же, привозили жвачку. Угу. Ну, вот Ксения у него без спроса брала, мягко сказано. А так нельзя, да? Да, так нельзя. Соответственно, он это потом видел, что там уменьшается... начинал ее учить уму-разуму. А вы на чью сторону все время вставали? Я? Ну, я, конечно, она меньше его насколько, да, безусловно. Но она, во-первых, пряталась за меня, за мою спину. И, конечно, маленьких обижать нельзя. Тоже верно. Давайте уточним информацию у самой Ксении. В нашей программе младшая сестра Егора Титова. Всем добрый день. О, Ксения, здравствуйте.
Здрасте. Как прекрасно, что вы смогли поучаствовать в нашей программе. Вы с мамой сегодня здоровались уже или нет? Ксюш, привет. Да, конечно. Мам, привет. Ксения, вот какой Егор сын, какой он друг, спортсмен, мы знаем. А какой он брат? Расскажите нам. Ну, понятное дело, я как скажу, что он, конечно же, идеальный брат, потому что он мой брат. Но все равно же есть такие моменты, когда может меня и поучить, хотя это и надо, потому что он старший брат. И поругать, и ругались мы с ним, конечно же, и в детстве, и в этом возрасте, не без этого. Ну, конечно же, я его очень сильно люблю, и он мне идеальный брат. Ксения, ну смотрите, Егор старше на 8 лет, даже с лишним. Скажу прямо так, когда он стал вас принимать за человека, в принципе, потому что я знаю, что такое там, да, старшая сестра, старший брат, то есть до определенного момента они тебя за человека не считают. И только потом, когда вот как-то уходит, вот, сравнивается возраст, и вы уже, в принципе, начинаете, ну, вот на равных общаться. Вот когда у вас случилось это с Егором? Я думаю, что это произошло тогда, когда я стала сама мамой. Долго пришлось вам ждать. Ну, нет, но на самом деле мы всегда, в принципе, на равных общались, но понятное дело, что и мы всегда были маленькие, младшие, сестра это значит маленькая. Но вот мне он стал ближе по общению, вот когда я стала мамой. А когда вот впервые появилось чувство гордости за брата? В коляске, да, Ксю? Мне, да. Не, ну ладно, не в коляске, не будем обманывать. Когда стал, ну, мне кажется, наверное, когда я пошла в школу, и когда вот мне начали говорить, что вот, это сестра Егора Титова. Mm-hmm. Я вообще, на самом деле, не люблю, когда вот это все это обозначают, то, что, типа, это сестра Титова. Mm-hmm, mm-hmm. Я сама личность, как говорится, да. И понятное дело, что у меня брат знаменитый, я этим очень горжусь. Ну, наверное, да. Тогда вот школу осознанно пошла, да, и когда вот начали мне постоянно об этом говорить. А вот бывал случай такой, когда вы очень переживали за брата? Ну, вообще, всегда за брата переживаю. Ксюш, наверное, ну, когда он в Германии оперировался первый такой. Да, вот только хотела сказать. Да, вот только хотела сказать, разрез, наверное, связи. Когда была операция. И еще второй момент вообще больше всего переживала, когда, мам, помнишь, у него на лице вылезла кость. Мама, расскажи ты лучше. Это на футболе случилось во время игры. Ему сломали лицевую кость. Вот, и он и когда она вылезла. Да. Ее прооперировали, ну, в этом госпитале челюстно-лицевом, по-моему, делали. И он должен был играть в такой маске. Ну, как-то он обошелся без Нее. Слава богу, что все было хорошо. И, наверное, один из последних вопросов таких приятных. Мы знаем, что там, скорее всего, Егор делал много сюрпризов для вас. Но какой-то особенный, когда вам исполнялся 21 год, был какой-то прямо такой подарок. Я это знала. Да, давайте рассказывайте. Не 21, а 20. Когда мне было 20 лет, он мне подарил машину, о которой я мечтала всегда. Получила я права в 19. И вот 24 декабря под окном у меня стояла, как сейчас помню, синяя Toyota Corolla, затонированная, на полном фарше. Подарил мне брат. Ой, ну все, ну не могу. Это прямо такая, да, вообще, представляю свои ощущения. Вот просто, да, приятно. Распирает, ну, просто, это, да. Это, я даже не могу сказать, что это приятно. Это был такой, на самом деле, хороший шок. Честно, я даже не ожидала, на самом деле. Позвонил мне и говорит, выйди, пожалуйста, на улицу. Я вышла на улицу, машина заведенная, фары горят, и мне вручают ключи. Аплодисменты, я считаю, прям здесь должны звучать. Ксения, спасибо огромное. Пока-пока, дочь. Все, пока, мамуль. Всем до свидания. До свидания. Это была Ксения, младшая сестра Егора Титова. Мама знает все. Людмила Николаевна, ну, понятно, что когда Егор стал успешным, финансовых проблем не было. А вот когда он только шел к вершинам, когда был еще совсем мальчишкой, как в вашей семье было с двумя детьми содержать будущего футболиста? Ну, начнем с того, что, допустим, то, что касаемо футбола, это все предоставлялось бесплатно. Угу. Форма, бутсы там. Сейчас ведь такого нет, да? Нет, абсолютно. Все на родителей. Ну, бутсы, наверное, быстро стирались и новые выдавали. Я даже помню, когда Егор играл, левый там, допустим, был белый, правый красного цвета был.
Или же заматывали эти полукеды, там, да, мысок оторвался, там, ну, расклеился, треснул, заматывали скотчем. Даже были проблемы, конечно, с тем, чтобы их купить. Трудности были. А себе в чем-то пришлось отказывать? В себе? Да. Наверное, да. Не сознается. Нет. Не сознается. Мама знает все. На Авторадио. «Кто мы? Мясо!» Говорят, эту спартаковскую кричалку придумал Егор Титов. Впрочем, допуская, что это одна из клубных легенд, но это можно выяснить у мамы-футболиста, потому что мама знает все. Мы продолжаем программу, которая представляет Российский футбольный союз при поддержке «Газпромбанка». В студии «Авторадио» Катрина Гайсина, Татьяна Гордеева и мама Егора Титова, Людмила Николаевна Титова. Так, Людмила Николаевна, расскажите нам историю рождения вот этой самой кричалки про мясо. Кто ее автор? Это Егор? Не кричалка. Это был матч. Значит, у него была так называемая поддева, нижняя футболка, на которой было написано «Кто мы, мясо?». Причем фломастером было написано от руки. Это Егор, значит, сам нарисовал накануне матч. И когда он забил гол, ну, там так получилось, он задрал свою красную футболку спартаковскую. Соответственно, все увидели надпись «Кто мы, мясо?». И все, и это вошло в народ. Вообще... Егор, сын, мужчина уже там, да, или даже там, когда там юноша еще был, в свою жизнь, свои секреты, свои переживания, он вас пускал, доверял вам? Да, доверял, конечно, папа не все знал. Ну, я думаю, что не все рассказывал, безусловно, это такого быть не может. Но делился, советовался. Егор, видимо, очень не любил вас расстраивать. Да, так было. Ну, раньше же мобильных не было. Ну, то есть, например, там были какие-нибудь такие случаи, что, вот, коль уж вы сказали, что мобильных не было, что он мог куда-то там пропасть, где-то задержаться и так далее. Мобильников нет, не предупредили, вы волнуетесь. Нет, он обязательно звонил. Он, если опаздывал, ну, он знает, что у меня психоз начинается, я подхожу к окну, и все. Сразу приходят дурацкие мысли. Поскольку мобильников нет, связи никакой нет, поэтому, Егор, чтобы я не нервничала, он мне все время звонил с автомата или где-то, если там находится, ну, находил, во всяком случае, возможность позвонить. «Мам, я не успеваю к такому-то времени, я приду там на полчаса позже». Все, я спокойно дожидаюсь следующего времени, там, которое он обозначил. Всегда звонил. Вот это за это я ему так благодарна. Это уже независимо. А в какое вообще время вам было особенно тревожно за Егора? В 90-е? Да, конечно. Что там за история у вас с ограблениями были какие-то? Один раз он свою одноклассницу провожал, Преображенская площадь, там она жила. Ну, идти надо было до метро. И вот поздно он Катю провожал и назад шел к метро. Сняли с него пиджак, сняли цепочку золотую с крестиком. Второй такой серьезный тоже, Лужники, рынок. Там часы с него сняли, которые мы ему подарили на 16-летие. Ну, еще, к сожалению, это были те годы, когда там заявлять куда-то, там что-то искать, наверное, это было бы бесполезно. Да нет, это бессмысленным абсолютно было. 20 мая 95 года, если я ничего не путаю, Егор впервые вышел на поле в составе основной команды «Спартака». Такой знаковый день. Вы тогда ходили на игры всей семьей? Да. У вас дома вообще был отдельный шкаф с красно-белой одеждой, головными уборами и так далее? Ну, и сейчас есть. У меня майки Егорова есть, две пары бутсово есть, берегу. Когда мы говорили про первого тренера Егора, вот про Анатолия Федосеевича, по-моему, вы упомянули, что он реально сплотил не только мальчишек, но и родителей. Да. И вот говорят, что вот этот спартаковский класс 76-го года вообще прям настоящая команда была не только детей, родительская. Вы сейчас встречаетесь помимо футбола? Вот, ну, созваниваемся, это да, встречаться реже. Одна, с которой так плотно-плотно, это Джубанова Вера. Она в Домодедово живет, поэтому встречаться не получается. Все-таки она далековатая. Гунько, Люба, Дима Гунько, мама, они на Щелковской живут. Мы видимся, вот когда ребята, допустим... Организуют этот момент. Организуют этот момент, да. Или же произойдет какое-то вот событие, вот как в Зюшоре были, играли недавно. Оказывается, это ежегодный был турнир выпускников Зюшора. И мы были там, присутствовали. А вот семья Джубановых, как давно вы с ними контактировали? Год назад. В настоящий момент у нас есть возможность поговорить с другом Егора Титова по «Спартаку». Владимиром Джубановым. Ой. Владимир, здравствуйте. Добрый день, девушка.
Вовочка, привет, мой дорогой. Тетя Мила, привет. Владимир, с чего началась ваша дружба с Егором? Ну, не знаю. Я думаю, что это пошло с самого, наверное, детства, с самых первых шагов, наверное, когда зачислили нас в «Спартак». Сразу какая-то группа такая своя образовалась, где мы, наверное, с первого класса и до последнего проходили вместе какие-то этапы, росли вместе, переживали вместе, радовались вместе. Вот, поэтому я думаю, что эта дружба, наверное, как мы встретились, так она и появилась. Uh-huh. А были моменты конкуренции или, наоборот, всегда поддерживали только друг друга? Нет, мы всегда поддерживали, у нас такого не было, мы всегда переживали друг за друга. Одному больно, больно и всем. Владимир, сейчас представим, что тети Люды нет у нас в студии, как будто бы она не слышит, да? А расскажите, да, пожалуйста, нам, вот как со стороны друга, какая его мама со спортивной дочкой? Если вот так говорить, что, если бы я про себя сказал, что это вторая родная мама, потому что она была с нами, как говорится, в печали и в радости. Она очень нам помогала, очень нас поддерживала во всем. Были случаи, когда мы к ней только могли, именно из родителей, мы могли обратиться к ней, и она могла расшибиться, но выполнить, сделать, что в ее силах. Поэтому не только я, но я думаю, что весь 76-й год ее очень сильно любит и обожает. Да ладно, поэтому... прямо обожает вас. Вас как будто бы нет. Мы обожаем вас. Я прямо это заслушалась. И мы заслушались. Вы прекрасно об этом знаете. Да знаю, конечно. Помимо футбола, чем вы любили заниматься? Ну, когда все-таки у вас бывали такие моменты, да, что вот оставалось какое-то свободное время, что у пацанов возникало в голове? У нас, когда свободное время было, мы все равно играли всегда в футбол. Неважно где, да, мы могли играть около школы, находили площадки, могли приехать ко мне в Домодедово здесь играть. Хоккей, футбол. Раньше было, наверное, популярно так, что и нас так приучил тренер, что футболист должен играть во все командные виды спорта. И поэтому мы в школе играли в волейбол, зимой мы играли в хоккей, на коньках катались. Были иногда даже целенаправленные тренировки на коньках. Вот, поэтому мы все свободное время проводили на улице, ну, в играх, наверное, вот так вот. Вместе гуляли, вместе играли, вместе росли. Владимир, вот вы сейчас тренер. Вот я вас слушаю, не знаю, может быть, у меня абсолютно обманчивое ощущение, но что, мне кажется, вот сейчас такого фанатизма пацанов нет. Совершенно верно. Мы сейчас видим, что молодежь немножко поменялась, да, и появились много там различных увлечений, возможностей, вот это сказал, наверное, больше стало. Вот. Мы раньше были голодные до футбола, да, и играли мы всегда за ромбик. Вот. Я всегда говорю, что у меня вместо сердца ромбик, и до сих пор буду говорить, и умирая буду это говорить, потому что пройти такую школу от и до, другую команду никогда не полюбишь, да, ты можешь работать, но полюбить никогда. То, что молодежь, да, она другая, но я также скажу, что есть и ребята талантливые, ребята, вот. Но, к сожалению, вот такого, наверное, фанатизма, правильно вы сказали, ну, сейчас не присутствует, да. Ну, а дворовый футбол, можно говорить, конечно, что мы выросли на дворовом футболе. Сейчас время другое, значит, и молодежь другая. Их тоже обвинять нельзя. Спасибо огромное. Вова, маме привет. Да. Передай, пожалуйста. Обязательно, да. Мама знает все. Людмила Николаевна, футбол... Ну, может быть, это, конечно, там общие слова, но тем не менее, это и радость побед, огорчение от поражений, страх перед травмами. Вот в этом отношении Егору везло, у него много с травмами было эпизодов? Ой, ну, достаточно много. Но самое серьезное, это, конечно, вот разрыв крестообразной связки. Раньше, когда не умели, я не знаю, еще до Егора, скажем так, кто получал такую травму, он заканчивал с футболом. Сейчас, слава богу, это делают, восстанавливают. Вот ему делали операцию, и 5 месяцев он был отлучен. Все связано в основном, конечно, с ногами, хотя у него и челюстная была травма, в принципе. А так, я не знаю, по-моему, 3 или 4 мениска оперировано. То бутсами ему ногу разорвали, там тоже зашивали. Слушай, ну, наверное, самая серьезная это психологическая травма, это была как раз вот вся история с допингом. Да. Как бы мое мнение, вот... Это 2004 год. Если бы Егор не взял это на себя и начал развивать эту всю ситуацию, как бы рассказывать, что, чего и как, то я думаю, что «Спартак» как команда была бы дисквалифицирована. Всю команду восстанавливали после. Их кормить начали таблетками этими, которые... «Ремонтадин», что ли, там, да, или там что-то? Или да, доктору. Самое интересное, что он во время войны... Вы знаете, наверное, да, историю, откуда взялся этот «Брамонтан»?
Для Нет. кого его? Это же как для войны, для во время войны вот его создали, угу. и он давался вот этим вот участникам, ну, кто воевал, чтобы они не спали, не засыпали, угу. чтобы они как бы вот... Я не понимаю, зачем футболистам этого не спать? Ну, повышает выносливость. Да. То есть можно сказать, что Егор, прикрывая всю команду, подставил, да. подострил да. себя? Да. А именно. Что вы тогда говорили сыну? Да что, мы были все в таком шоке, причем его уже дисквалифицировали на полгода, а потом уже вышестоящая организация на год его увеличила срок. И целый год ваша семья была без футбола Егора? Да. Вы ему даже нельзя было на тренировки приходить, то есть тут появляться в клубе. Тяжелый такой был год, конечно. «Мама знает все» на Авторадио. Про русскую женщину есть традиционное, уже даже немного избитое высказывание, что и коня на скаку, там, и в горящую избу. В нашей программе мы еще больше раскрываем потенциал, переписываем список возможностей и способностей современной женщины, которая в футболе разбирается, даже в турнирных таблицах, и воспитание настоящего мужчины, даже если он и так кажется всем супергероем. Это программа «Мама знает все» – проект Российского футбольного союза при поддержке «Газпромбанка». В студии «Авторадио» по-прежнему мама Егора Титова Людмила Николаевна Титова. Людмила Николаевна, вот расскажите, пожалуйста, у вашего сына в «Спартаке» была кличка «Интеллигент». Хотя, ну, эта кличка, по-моему, даже не назвать, это какой-то комплимент. Это с детства вообще? Да, с дюшоли. Почему? Ну, потому что он очень интеллигентно играл в футбол, скажем так. Он никогда не применял такие приемы, которые следовали бы травмы за ними. Он всегда как-то очень интеллигентно играл. Он и сам старался не травмировать. Иногда слышала, когда мы сидели на трибуне, там вот пижон, там ноги убирает, там не дает. Ну, все же стараются по ногам. Ведь, ну, многие, скажем так, грубо играют. Есть же такие эпизоды, да, и отсюда и берутся эти всякие травмы. Серьезные и, может быть, не настолько серьезные. Олег Романцев – экс-главный тренер сборной России. Самый титулованный тренер в истории чемпионатов страны. Конечно же, это отдельная фигура в нашей сегодняшней программе. И он у нас на связи. Олег Иванович. Здравствуйте, рад вас приветствовать. Людмила Николаевна Титова здесь у нас в студии. Здравствуйте, Людмила Николаевна. Здравствуйте, Олег Иванович. Вы помните меня? Здравствуйте. Как я вас могу не помнить? Нет, я имею в виду, как мы познакомились с вами. Мы с вами познакомились. Последний раз виделись в Пекине. Помните? Вы не увиливайте. Как вы познакомились? Я пришел на игру, когда ваш сын играл еще за... А, за юношей. За юношей. Вы с мужем были, да, за юношей. Он играл на год старше своих и выделялся тогда уже. После этого я сказал своим помощникам, что этого пацана... надо подтягивать к основной составу. Вот там вас ко мне подводили, говорили, что это папа-мама Егора. Ну, вы, наверное, не помните, вас часто, наверное, подводили к кому-нибудь знакомиться, да? Обратите внимание, да, как расставляются приоритеты. Звезда у нас здесь сегодня Людмила Николаевна, понимаете? Однозначно, однозначно. Романцев помнит, как он знакомится с вами, а вы нет. Вот это круто, я считаю. Олег Иванович, простите, если я что-то позабыла. Вы знаете, для меня... Он звезда. Из всех моих, наверное, за то время, когда я играл, тренировал, это один из самых талантливых пацанов, которых я видел. Поэтому о нем могу говорить часами. Егора приглашали в самые ведущие клубы страны. Но у меня был разговор со всеми, с Егором в том числе. Как только ты решишь уйти в другой клуб, подходи и без всяких отступных я тебя отпущу. Но ты искренне, честно играешь в «Спартак». С Егором был такой случай. Его приглашала Бавария. Ко мне приходят представители Баварии и говорят, что так и так мы хотим вот вашего центрального нападающего, полузащитника. Нам такой игрок очень нужен. Я говорю, только в одном случае. Сначала вы переговорите с Егором. Егор придет ко мне, и тогда буду разговаривать с вами. Больше они ко мне не пришли, потому что, как я понял, Егор не дал им добро. Таких же случаев я слышал несколько от моих помощников. Шикунов и Сауленко были у меня. Ярцев помощником Георгий Санч был. Занимались тоже иногда селекцией. Они говорили, что к Егору опять подъезжают, Егору опять звонят. Ответ был один и тот же. Придет Егор, скажет, я хочу. Мы пожимаем руки и остаемся добрыми друзьями. Это говорит, опять же, большой
комплимент родителям Егора. Он не хотел от вас уезжать, он не хотел уезжать из страны. Сейчас меня часто спрашивают, заиграл бы он в Баварии. До сих пор твердо верю, 100% заиграл и был бы ведущим игроком. Потерял, наверное, все-таки потерял свое имидж, потому что футбол в России не очень популярен на Западе, а Бавария была на виду и будет, наверное, долго на виду. В этом плане мне, конечно, жаль. Но я не мог вызвать Егора и сказать, поезжай, друг мой, в Баварию. Это его выбор. Очень он любит свою семью и свою страну. Олег Иванович, говорят, игроки вас боялись. Или это легенда? По моим ощущениям, бояться меня можно было только в том случае, когда они что-то делали не так. А кто надо мной подшучивал? Приведу пример вашего Егора. Недавно, кстати, где-то, ну как недавно, лет 10 назад, иду по холлу в спартаковском манеже, а у меня в то время был, ну еще не успел поменять телефон, кнопочный был 10 лет назад. И кто-то мне позвонил, я достаю, чтоб никто не видел, кто в холле сидит, что кнопочный-то не позорится. И вдруг сзади голос Егора: Олег Иванович, iPhone 6? Можете мне достать? Нет, нет, Егор, такие еще не выпускают. Чуть попозже. Если бы боялись, они бы шутили надо мной так. Нет, скорее всего, я говорю, боялись после нарушений каких-то. Как вы думаете, «Спартак» тех лет мог бы сейчас рассчитывать на чемпионство в нынешнем первенстве РПЛ? 100%. Я сравниваю каждую позицию игрока и чемпиона «Зенита», и чемпиона там «Рубин» перед этим был, и «Спартака» сейчас. На любой позиции у нас был игрок сильнее, однозначно. А почему? Ну, не знаю почему. Собирался такой народ. Почему сейчас Пеле нет? Почему Месси один только? Почему сейчас Марадоны нет? Искать надо, искать. Мы сейчас ищем на Западе, в Африке, а на Восток никто не смотрит. А в Москве уже тоже смотрю, хожу. Все пустые площадки. У нас любая площадка, я под Красноярском в деревне, там, в поселке вырос. Чуть-чуть ровное поле, где окопов ко мне. Там, кстати, много окопов, потому что Первая мировая там проходила, Колчак воевал. Вот, с каких пор окопы еще остались заросшие. Чуть-чуть ровное место, уже стоят портфели, уже стоят какие-то палки и уже гоняют мяч, которому 1000 лет, наверное. Везде играли, двор на двор, улица на улицу, подъезд на подъезд. Ну, сейчас не знаю, играет или не играет. Я все валю на то, что у нас исчез дворовой футбол. Компьютер все заменит. Сколько Яшиных, Стрельцовых, Титовых сейчас вместо того, чтобы гонять мячишко и быть великим, сидят, кнопки тыкают. Они есть. Но, опять же, спорткомплекс, вот спортшкола, это хорошая вещь. Но это 1/10 в лучшем случае. Мама рядом сидит у вас? Да. Здесь я. Я вас слушаю. Да, так вот, я хоть и не был в то время с вами рядом, но уверен, что Егора нужно было загонять каждый день домой. Это точно, там, абсолютно. Да, не потом он, когда в школу попал, ну, 2 часа в день, в лучшем случае ребенок тренируется 3-4 раза в неделю. Какой из него футболист будет? Чем больше он тренируется, тем лучше из него футболист будет. Только пропаганда дворового футбола, общественники какие-нибудь, даже не за деньги, что выходили на эти площадки во дворы, организовывали. Вот с этого бы начинать. Авторитет бы этому придать, чтобы об этом кричали и радио, и телевидение, они показывали сейчас опять нас, старых, по телевизору. Вот это было бы здорово. А мы поможем, кто жив остался. С удовольствием буду ходить на площадки, с удовольствием буду ходить во дворы. Только организуйте это, пацанам дайте рекламу. Ну, во всяком случае, с этого, я считаю, надо начинать. Спасибо вам огромное, Олег Иванович. Спасибо. До свидания, Олег Иванович. Будьте здоровы. Всех благ. Мама знает все. Людмила Николаевна, у меня традиционно в конце программы есть свой вопрос. Назовите, пожалуйста, 3 главных качества, которыми должны обладать мамы будущих чемпионов. Выдержкой, здоровьем, ну и, наверное, терпением. Спасибо огромное. У нас в программе была мама Люда, она же тетя Люда, в зависимости от степени приближения. Людмила Николаевна Титова, огромный привет Егору, удачи и здоровья всей вашей семье замечательной. Спасибо огромное вам. Спасибо. Это была программа «Мама знает все». Ее ведущие Катрина Гайсина и Татьяна Гордеева. До встречи в эфире Авторадио ровно через неделю.
Самые близкие и важные в жизни люди, мамы, помогают нашим знаменитым футболистам вернуться в детство. Мама знает все.